Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Huawei MediaPad M5 Lite. И сейчас я вам покажу, как отобразить уровень заряда батареи в процентах в строке состояния этого планшета. Итак, открываем настройки и переходим в раздел батареи. Далее опускаемся вниз и выбираем процент заряда. И здесь мы можем выбрать отображать около значка, либо в значке. И теперь у нас отображается уровень заряда батареи в процентах в строке состояния нашего планшета. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!